Для производства самого шоколада мы используем какао-тертое, какао-крупка и вот оно знаменитое какао-масло. Обратите, пожалуйста, ваше внимание, кто-то сказал, что оно не симпатично выглядит. На самом деле, понюхайте его, оно пахнет настоящим шоколадом. Марципаны, трюфели с тыквой, абрикосом и свеклой. Факультет пищевых производств Самарского государственного технического университета снова удивляет своим изобретением. Конфеты готовятся без добавления сахара, а значит, их могут есть даже диабетики. В них нет консервантов и красителей. Каждое лакомство – трудоемкая работа. Чтобы изготовить один поднос с конфетами, понадобится почти целый день. Мы берем уже заранее приготовленный марципан, который готовится из миндальной муки и мальтозной патоки. Формуем небольшой шарик, помещаем на шпажку и опускаем в шоколадную глазурь, уже заранее оттемперированную. Глазурь должна полностью покрыть наш шарик, после чего мы конфетку должны охладить. Все ингредиенты абсолютно натуральные. Разнообразие поражает воображение. В одной такой конфете около 35 килокалорий. И можно не бояться за свою фигуру. И все же человек, съевший такой десерт, получит самое главное – гормон счастья. Какао-масло. А какао-тертое, какао-порошок – это именно источник теобрамина, о котором вы говорите, гормона счастья, как его называют, или элемента, который вызывает моментальный прилив счастья. Да, у меня может быть плохое настроение, и за окном буря, но я совершенно точно съем конфету, и мне не будет казаться это буря-буря. Я подумаю о том, что я ее пережду, и все будет очень хорошо. Работа исключительно ручная, и пока 1 килограмм такого лакомства стоит 3000 рублей. В политехе говорят, этот эксклюзивный десерт, конечно, не для массовых продаж, но получить в подарок маленькую коробочку полезных, а главное вкусных конфет будет приятно каждому сладкоежке. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.